С 28 по 30 апреля в Казани состоялась первая масштабная международная неделя моды «Волга Fashion Week». В течение 3 дней у казанцев была возможность пообщаться со звездами, известными модельерами и начинающими дизайнерами, поучаствовать в мастер-классах и послушать лекции о тенденциях в моде Востока и сезона «Весна-лето-2017». Сегодня 30 дизайнеров будет презентовать свои коллекции одежды. Половина из них – это персональные показы, то есть это коммерческие коллекции, которые уже успешно продают свой бренд, и половина – это молодые начинающие модельеры одежды. В числе гостей «Волга Fashion Week» были представлены продюсеры и теоретики в сфере моды, организаторы модных показов, художники, редакторы фэшн-изданий. Мы выбираем одного из дизайнеров, представленных, которому дарим грант на абсолютно бесплатное участие в нашем проекте в Москве, после которого он получит нужные контакты и именитых личностей, естественно, пресс-поддержку хорошую, и в том числе и партнеров, которые смогут помочь ему в реализации своих идей и в масштабировании бизнеса. «Волга Fashion Week» стала богатой на новые имена и открытия в области фэшн. Ведь в этот день презентовать свои коллекции решили не только дизайнеры из Казани, но и всего Поволжья. Около 6 лет моему бренду, ну, грубо говоря, бренду, да. То есть, но именно эту линейку я начала создавать, наверное, около 2 лет назад. Мне захотелось чего-то необычного, то есть, потому что надоели очень аксессуары серые, невзрачные, обычные, стандартные, и захотелось как-то уйти от этого. Мы используем только натуральные ткани, которые сотканы вручную по тем традициям, которые из года в год, из века в век передаются. Нити, они сначала изготавливаются, потом складываются в небольшие пучки и окрашиваются. И после того уже, как окрашенные нити готовы к использованию, они вот превращаются вот в такое полотно. Хедлайнером вечера стало представление коллекции Алисы Гагариной «Ghost in the Shell». Дефиле больше напоминало театрализованное представление. Из глубины подиума выплывали сказочные женщины-птицы в золотых перьях. «Волга Fashion Week» – это весомый фестивальный бренд, способный своими ресурсами зажечь новые имена на модной арене России. Диана Шилова, Леонардо Влетяров, Универньюз.